Демократической партии США пришлось извиняться перед американскими военными из-за недоразумения, которое произошло на съезде 6 сентября. Во время презентации, посвященной ветеранам, на фоне за гигантской сценой были изображены боевые корабли. Вот только приглядевшись, знающие люди обнаружили, что это корабли не американских ВМС, а российских. Керчь и Светливый Черноморский флот. Снимок сделан несколько лет назад во время Дня морского флота. Как попал к американцам, неизвестно. Снимался с соседнего катера для прессы специально. Катер с этой точки уже много лет снимают все фотографы, корреспонденты, когда идет парад и проход командующего.